привет! У нас сегодня последний день перед каникулами. Вот такой вот у нас зима, вот такая у нас. В общем, все растаяло, все сугробы растаяли. Дождик на улице моросит, такой мелкий, изморозь все промыкает. Мы лягушки-путешественники. Мы поехали в Иваново. Кто тут у нас? Сейчас сфокусирую. Так. Снежка, маши ручкой. Не хочет телефон фокусироваться, Лера. Там сзади еще Егор со Снежкой. Ой, с этой, с Васькой. Всех перебрала. Только Миша с нами не едет, потому что у Миши учебный день уже. У него же каникул нет. Ну, там Егор у нас машет. Васюша, как всегда, с зайцами. Снеж, ты кого там взяла? Мишку. Вон Васина ручка машет. Вообще-то мы Леру повезли к ортодонту, но так как детей оставить не с кем, в общем, они с нами в путешествие. Опа, два зайца мои. Всем привет! И третий заяц, Степашка. Помашите ручками. А ты, заяц большой, еще ручкой не машешь. Всем привет! У нас сегодня последний день перед каникулами. Вот такой вот у нас зима, вот такая у нас. В общем, все растаяло, все сугробы растаяли. Дождик на улице моросит, такой мелкий, изморозь все промыкает. Мы лягушки-путешественники. Мы поехали в Иваново. Кто тут у нас? Так. Снежка, маши ручкой. Не хочет телефон фокусироваться, Лера. Там сзади еще Егор со Снежкой. Ой, с этой, с Васькой. Всех перебрала. Только Миша с нами не едет, потому что у Миши учебный день уже. У него же каникул нет. Ну, там Егор у нас машет. Васюша, как всегда, с зайцами. Снеж, ты кого там взяла? Мишку. Вон Васина ручка машет. Вообще-то мы Леру повезли к ортодонту, но так как детей оставить не с кем, в общем, они с нами в путешествие. Опа, два зайца мои. Всем привет! И третий заяц, Степашка. Помашите ручками. А ты, заяц большой, еще ручкой не машешь. Мы опять включились вот на этом перекрестке, где поворот на Старую Вичугу, на Вичугу. Ехали с Москвы и вот на эту, не знаю, разделительную полосу, которую они задумали сделать, в общем, торчала машина. Ну, тут другие водители им помогли, сдернули машину. Ну, вот смотрите, неделя практически прошла, завтра будет неделя, как мы ездили. До сих пор никаких предупреждающих знаков, что посреди дороги какое-то препятствие, нет. Освещения на этой дороге тоже нет, вообще никакого. Немножко увеличу. Вы представляете, вот так едешь, едешь, бац, и вот в такую фигню влетаешь. Прямо посреди дороги. Мало не покажется. Вот это кольцо наше многострадальное. Когда его только-только сделали, мы как раз поехали, тоже нам надо было куда-то ехать. Это был канун Нового года, перед Новым годом. Мы поехали в Москву, нам нужна была всякая новогодняя дребедень в магазин. И, в общем, что мы поехали туда, что мы ехали обратно. Очень много машин разбилось вот в это кольцо. Потому что многие ехали, наверное, кто с работы, да, домой на Новый год, кто в гости. Знаков тоже. Сбоку, по-моему, какой-то знак стоял, но мы же ведь все равно в большинстве по привычке ездим. В общем, очень много аварий было. И вот сколько лет прошло, все равно здесь частенько бывают аварии на этом кольце. Вот такие у нас дороги. Здесь вот хорошо, пока еще ее не разбили. Я не знаю, как ее укладывали. У нас в городе, вот когда был снег и он начал таять, вот в это месиво укладывали асфальт. Очень
жалко, что у меня телефон не снимает в ночную. Мы бы сняли, как это делали. Прямо в луже и закатывали его. Я вообще считаю это преступлением. Потому что тратятся наши деньги, которые мы платим на пользование автодорог. Ну вот, например, с двух машин это платим. Все. Все равно мы прыгаем по дороге, да, Сереж? Все равно дорога такая нет. Ну, она, конечно, гладкая, но вот... И стабилизатора у меня нет на телефоне, все равно прыгается. Мы в Иваново. Папа пока у нас там товар получает. Хотела заснять, показать. С мелкими тут бесится, играет. В общем, смотрите, вот у нас на прошлой неделе в Кинешме тоже сильный ветер был. Я еще говорила, что Фичка у нас, наверное, сбила ветром ее и об крышу ударила. Вот последствия, наверное, этого ветра. Весь забор упал. А в Кинешме тоже у нас там Сергей Витальевич ездил, говорил, что на одном доме, видимо, немного не доделали крышу и ее всю вывернуло. В общем, только сделали, только положили они там покрытие вот это, не знаю, то ли черепицу они ложили, то ли вот этот вот, вот такой же вот материал, не знаю, как он называется, забыла. В общем, все вывернуло. Люди, наверное, остались без крыши. Завязывай. Завязывай. Снежана у нас месяц как умеет завязывать шнурки. Вот у нас продвижение. Ух! Это вот на кустах такие шишечки. Такие вот семена такие у куста получаются. Они бесятся. В кадре их не поймать. Все они у меня в синем получились. У Егорки синяя, у Егорки синяя курточка. У Снежки яркая васильковая. У Васюшки темно-синяя. Это не из-за того, что не марка. Из-за того, что вот мне просто цвет понравился. Мы взяли. У нас все раньше розовое было, такое яркое. Что-то мы захотели поспокойнее в школу. Вот они у меня такие синенькие все получились. Снежка! Мы в ленте. Здесь уже Новый год выложили. Красота! Смотри, какая звезда на елке. Очень красивая звезда. А еще шары какие большие. Смотри, какой. Книжки. Красивые. Мама, смотри, какой. Что, Егор? Вон, виноград какой. Виноград. Это шары так повесили, это не виноград. Ну вот он понял, что это похоже на виноград, конечно. Мамочка, смотри, кренделочки. Ассоциация у Егора, что это виноград. Кренделечки. Это не кренделечки, это леденцовые палочки. Раньше так леденечки делали такие. Вы вот уже и не знаете, что это палочка леденцовая. Вот так все уходит со временем. А Лера говорит, такое ела. Смотрите, да? Мама, иди вот сюда. Издержки детей, у которых аллергия. Красота. Вот бы нам такие. У нас есть шарики-то. Где мы еще посмотрим? А вот еще большие бусинки нам надо. Мы бусинок набрали. На елочку. Елки, а нам елки не надо. Вот таких бусинок. Еще посмотрю сейчас крупных. Красивых. Егор нас сюда. Идите вот сюда, смотрите. Выставили на полке. Красота. Yeah.
Дед Мороз. Мама, пробовать ничего руками. Разобьешься. Смотрите, какие мыши с подарочком. Вот белые мыши. И смотри, какие вот эти, мам. И два оленя, один золотой, другой белый. Грызуны. Смотри, мам, королева и вот королева мышки. Нашим детям скучно нигде не бывает. Видите, они нашли себе опять развлечение. Аквариум. Мама, это форель, а там кто? Осетр. Читай. Здесь не написано. Осетр. А почему они такая кушают? Блестящая. Мам, смотри, большая, большая, маленькая. Да, вот ее поймают и зажарят потом. Мам, смотри, а вот это заверная крышка. Я говорю, как красиво. Смотри, какой у него ротик, мам. Ага. Рыбки как в бассейне. О, какая огромная! Они все! Нашим детям скучно нигде не бывает. Видите, они нашли себе опять развлечение. Аквариум. Осетр. Читай. Здесь не написано. Осетр. А почему они такая кушают? Блестящая. Мам, смотри, большая-большая, маленькая. Да, вот ее поймают и зажарят потом. Нет, вон она маленькая. Мама, вот самая огромная. Вот рыбки, а вот рыбки. Мам, смотри, а у рыбки, а вот это заверная крышка. Я говорю, как красиво. Смотри, какой у него. Ага. Рыбки как в бассейне. О, какая огромная! Они все! Хулиганим мы, хулиганим. Мама, а мы сидим в Ашан, пойдем? В общем, мы проголодались. Так, садись, снимайте садись. Курточки и сидите. Садись. Мама, где ты будешь сидеть? Я с вами сяду. Наш перекус. Так, Лер, что вы тут набрали? По кусочку пиццы взяли. Я себе салатик взяла. Клубника с такой сливками. Десерт. Клубника со сливками. Компотики. Егор, вкусно? Вась, вкусно? Так, финансовый отчет. Сергей, папа. Мы бы не стали снимать, но Сергей Витальевич удивился, папа, что сахар стоит 2 рубля за маленький кусочек. Представляете? О. Да? Да. Сейчас, мам, я сразу заложу. Вот он. Вот он. Предмет этот сахар 5 грамм, 6 штук по 2 рубля. Вот так. Я уж не стала Сергея Витальевича заснимать. Васька у меня спит на моем пилотском кресле. Кресло второго пилота. Пока мы с Лерой ходили к ортодонту, долго сидели там, ждали. Что-то у них там с этой не срасталось. С оплатой долго проводка шла. В общем, все мы заплатили. Сегодня у нас малой крови обошлось. 400 рублей мы только заплатили. Эти карандаши не спят. Эти там что-то играют. Я ну что, грузимся? Пойдем.
Лер, а? Ну-ка покажи, как у тебя клык-то. Вот, боком повернись. Вот, все, у нас стал клык на место, все. А так был перпендикулярно, губа не закрывалась верхняя. Где наша? Ну что, пока мы по магазину шлялись, наши дети тут в этом были. В игровом центре маленьком. Там мы все вспотели. Лохматые. Да, говорит, мы в шарах валялись. Есть хотим, пить хотим, все хотим. Сейчас пойдем, сейчас все будет. О, Егор. Меня. Мы все вспотевшие. Все вспотевшие, там, игравшие. Там даже водички нет. О, там Маша была. Вот упущение, там да. Там Маша была. Маша была. Я с ней подружилась. И Егор. Я с ней подружилась. Егор. А еще там была малышка все Маша. Все оделись. Жанна, одевай курточку, пойдем. Там была малышка Маша. Мама, можно не застегиваться? Нет, надо сейчас до машины ветер будет застегиваться. Я не буду застегиваться. Пашане. Мама сказала вам застегнуться, по-моему. Хотели девчонкам сапоги купить в детском мире. В общем, вот так все грустненько. Одни дутушки. Дудушки у нас есть, в которых мы вот подморозить слегка, мы в них ходим. Но если похолодает, вот такие у нас уже были, это мы маленькие в них ходили. Сейчас 7 лет такие не оденешь. Некрасиво. Единственное, вот такие-то потушки стоят. Ни о чем. Вот по типу дудуши. Вот все сапоги в таком плане, в таком ключе. Эти, конечно, вот ничего, но у них размера нет нашего. Есть новая коллекция. Сейчас покажу. Вот такие. Мама, вы что, нам хотите купить ботинки? Очень хочем, Егор, очень хочем. Хотите, говорит? Хочем. Цены впечатляют. А нам застегаться? Вот это почти 5. Если мне на их троих взять, это мне пятнашку надо выложить за обувь. В общем, вот такой тратить пока не готовы. Будем что-то другое искать. Не все. Из новой коллекции все. Вот это подешевле. Вот 4000. Но, как я сказала, наших размеров нет. На эти сапожки. Да и я бы не сказала, что они вот тут совсем зимние. Вот это все лопнет, если будет зима, мороз. Она просто прохладная. У нас есть. Что, Васюша, сгрустнула? Покушали? Не стали уж мы снимать. Мы опять в нашем любимом базаре кушали. Здесь в Ашане есть базар. Очень вкусно кормят, да? Обожаю эту столовую. А точнее не столовую, а ресторан. Очень вкусно. Давай. Егор, вот такие. Сейчас посмотрим. Садки. Песни скользящие. Сейчас глянем. Все-таки одну модель мы брали померить. Вот такие вот. Вот. Красота, конечно. У нас были наподобие такие. Носились вроде хорошо. Цена у них... Убери ручку. Но у них 2000 уже со скидкой, были 2600, но мы специально взяли две пары, померила сначала Вася, сказала, что нет, такие носить не будет, потом померила Вася, это Снежа, сказала, что вообще неудобно на ноге, то есть, в общем, они обе сказали, что им не нравится, нога плохо входит туда, в сапожки. Нет, такие не надо. Такие у нас наподобие есть. Мы такие брали дешевые. Ой, Сергей Витальевич, я всего на те смотрю, но жалко денег мне такие. Ты снимешь мои? Егору мы нашли, да, Егору. Идем? Да давай здесь достанем, посмотрим. Вот так. Да. Там внутри сапожок, натуральная овчинка идет. Давай повыше сюда, не видно на полу-то. Поднимай, они еще связаны. А верхушка как раз для нашего Егора, потому что он по лужам ходит зимой. Зиму у нас с лужами, наверное, будут опять.
Даже если будет мороз, там написано, что при минус можно носить. Ну уж на лютые-то морозы мы им валенки. Смотри, купим. Книжечка. Дома почитаешь маме, да, что там написано? Угу. Обязательно? Можно я сейчас почитаю, а потом тебе... Как ты сейчас почитаешь? Их надо убирать. Давай складывай аккуратно. Как было, складывай. Хорошо? Вот так все грустненько. Я, конечно, надеялась на этот магазин. Какие? Да я уж смотрела на них. Нет, тут мех-то искусственный. Ну, как везде искусственный. Ну, в этих-то хоть этот идет. Ну, вот как здесь. Помнишь, у нас были такие вот? Там овчинка. У нас все равно тепло. Нет, овчинка идет. Шерсть идет это. Это не мех, это шерсть. Как стельки, которые сделаны из стелек. Ребенок без комплексов. Сергей Витальевич, закрываешь обзор. Ребенок без комплексов. Нет комплексов, Вась? Нет комплексов? Нет? Я жду другие сапоги. Ждет она другие сапоги. Обувайся. Другие весной привезу. Нету других сапог. Обувайтесь, пойдемте. Мама, тут еще одна книжечка. Ой, все растерял. Все складывай, только Егору мы нашли здесь. Кстати, знакомые сапожки мы нашли. Егор, ты помнишь такие сапожки, Егор? А, Егор? Что? Помнишь такие сапожки? Да. Это мы им такие покупали в первый год, когда они у нас появились, Егорка со Снежей. А у девчонок были вот, как там розовые стоят. Мама. Где я их видела тоже. В общем, Егор, вот такие были с овечкой. Мама. А у девчонок где-то тут розовые я видела. Прям похоже на... А, вот они. Вот. А у девчонок вот такие у нас были. Так это сколько лет уже прошло? 3-4 года. И опять те же самые модели стоят. В общем, не двигается прогресс. Мы их относили, они носились у нас, дети носили их 2 года, такие сапоги. Покупали мы их на рынке Садовод. Что-то рублей по 900 мы их там покупали. Сколько они сейчас здесь стоят? Где у них цена? 2000 они здесь. В общем, но мы брали в розницу, мы не оптом их брали. Вот, и хорошо очень относились, нигде ничего не было. Мы их потом подарили. Уже и не помню кому. Кому-то подарили.